На территории джума-мечети Махачкалы ежедневно проходят коллективные ифтары. Накануне председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров взял на себя финансовые расходы на организацию благотворительного разговения. В мероприятии приняли участие около 4000 верующих. Среди гостей ифтара «Единство» были представители депутатского корпуса, именитые спортсмены и общественники. Я хочу вас всех поздравить с этим благочестивым, с этим лучшим месяцем году для каждого мусульманина. Месяц Рамадан – это особенный месяц, когда все мы, мусульмане, должны делать, не забывать, какие деяния. Человек пастырь, и каждый будет нести ответственность за свой поступок. Дай Аллах нам всем помощи, дай Аллах нам, чтобы из таких ифтаров мы извлекли максимальную пользу для нас и для нашего общества. وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه.